мы приземлились. На душе такое волнение, ну, не понимаю почему, но я обожаю. Я просто смотрю даже за окно. Когда в Германии приземлялись, ну понятно, красиво все под линеечку, поля и так далее. А здесь вот так, как-то как будто бы Украина и моя душа перемешаны вместе. И вот этот запах, это все как выглядит, какие люди, вот эта вежливость. Ну, обожаю. А еще я обожаю эскалаторную дорожку. Я не знаю, будет ли она сейчас ехать или нет. Сейчас проверю. О, не едет. Иногда наступаешь, а она начинает ехать. Но вообще это чудо. Я обожаю эскалаторные дорожки в аэропортах, потому что это такая поддержка. Ну, как будто бы это физическое воплощение поддержки свыше. Когда мы что-то делаем, и нам кто-то помогает, энергия удваивается или утраивается. Ну, короче, какой-то мультипликатор физически включается. Так что я счастлива. Это мой маленький третий репортажик. Надеюсь, что сейчас очень все быстренько пройдет. Меня встречает мой университет. Вот. И везет меня в апартаменты, которые я сняла. Это какой-то другой колледж. Вот. Но это всегда интересно пожить еще где-то и посмотреть, какие могут быть условия в разных университетах Кембриджа. Всем хорошего вечера. Ждите моих следующих репортажей с инсайтами. Ну, еще, конечно же, меня поразила девочка, которая рядышком со мной ехала. Она такая была маленькая, но ей 9 лет, наверное, было. И когда мы взлетели, мама ей принесла электронную книжку Kindle и какие-то печенюшечки. И она открыла и стала читать книжечку без картинок. А потом в конце стала заполнять, ну, что-то касательно того, что она прочла. Мишунька мой в прошлом году примерно делал такие задания, но на свой уровень английского. Вот. Ну, короче, я так поумилялась от этого всего. И, наверное, хочу в ближайшее время купить себе тоже Kindle. У меня есть электронная книжка, но я не скачивать не умею. Ну, короче, я без моих мужчин вообще ничего не могу. А Кембридж для меня повод очень-очень многому научиться. Особенно от того, что связано с техникой и то, чего я очень-очень не люблю. Но когда-нибудь приходит время. Я думаю, что оно настало. Целую, пока.